Что еще рассказать? Могу рассказать, что я очень добрая. Я очень сейчас больше всего, но я очень сильно люблю танцевать, родители и смеяться. Вот это три вещи, наверное, которые я очень сильно люблю. Папа, правда, иногда немножечко раздражает, как я смеюсь. Ну, это просто бывает такой дурацкий смех. Зато мне он очень нравится. Он как бы... Ну, в общем, неважно. Мы с мамой любим смеяться очень со всякой фигней. Потом что-то еще я хотела рассказать. А, я очень добрая. Я очень веселая. Я вообще классная очень... Вот, и я еще счастливая обладательница лучшей группы с украинцами. Yes. Вот. А больше я не знаю, что рассказывать. Задавай вопрос. Что за украинцы? Про кого ты имеешь в виду? Украинцы из нашей школы, гимназии. Мы сделали группу. Я сделала группу. Как бы там все администраторы, но просто я, ну, владелец, который создал группу. Вот. Там все украинцы из нашей школы, с гимназии. Ну, там, может быть, домашнее задание нужно будет узнать или еще что-то. Например, у нас вот в четверг-пятницу подняли, как будто выходные. Кто-то, может, не знает, ну и так далее, в общем. Сомневаюсь, что вы там только домашнее задание узнаете. Ну, что ты начинаешь? Оно было в решетке, оно бывали там разногласия. Ну, подумаешь. Я ж не виновата, это не я первая начинала.